Использовать сточные воды для орошения земель полуострова. Такой проект разработали в научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма. Если его удастся реализовать, то ресурс захватит на полив 40 тысяч гектаров. Как воплотить идею, узнавала Маргарита Малинина. Сброс сточных вод производится в моря и в реки. А могли бы послужить сельскому хозяйству. Последние 10 лет сточные воды в Крыму практически не использовались для орошения. 100 тысяч кубов воды. Столько выливается из этой трубы в Салгир ежедневно. Норма фосфатов в этой воде сейчас превышена больше, чем в 15 раз. И если бы ее использовали для орошения, то фермеры смогли бы хорошо сэкономить на удобрениях. Для питья эта вода непригодна, но для растений весьма питательна. Водоемы Крыма сбрасывают 160 миллионов кубометров ежегодно. Для цели орошения мы можем использовать минимум половину этих вод. И используя эти воды, мы можем полить приблизительно около 20 тысяч гектаров. То есть в два раза увеличить площади, пригодные для сельского хозяйства. Для дополнительной очистки сточных вод нужна новая инфраструктура или реконструкция старой. Нужно определенное финансирование для того, чтобы создать всю эту инфраструктуру. Нужно, конечно, навести порядок с теми резервуарами, которые есть в зоне Северо-Крымского канала, или же создать какие-то новые. Эксперимент с орошением проводили 2 года. В результате вырастили качественные семена кормовой свеклы. Однако поливать такой водой нельзя участки возле населенных пунктов. В то же время реализация проекта до очистки обеспечит стратегический запас в засушливые годы. У нас это вопрос может решить, может добавить очень большое количество площадей, особенно в Восточном Крыму. Нужно, в принципе, несколько установок до очистки воды или же брать ее в сезон, когда воды достаточно с избытком. Она, в принципе, никаких опасных веществ не содержит. Такой круговорот воды не только покроет нужды сельского хозяйства и промышленности, но и убережет водоемы Крыма от загрязнения. Маргарита Малинина, Руслан Князев, Новости 24.